Я готов. Ты готов? Доброе утро! У телеканала ОНТ новый сезон, а это значит маленькая новая жизнь. Формат, ведущие программы. Что же нового у минчан, узнаем прямо сейчас. Мне нового то, что я сходила в музей кота. Чехольчик на телефончик. Покажите! Вон, посмотрите. Здесь кармашка торчит. Сегодня пробежала 14 километров. Хорошее ощущение. А вы знаете, что у телеканала ОНТ новый сезон? Не знаю. Новый сезон, как новая жизнь. Ну, мы недавно купили новую квартиру, новая машина появилась, и мне новый телефон подарили. Да. Мама с папой работают? Ну, у мамы просто, а мама директор какого-то там бизнеса, что-то такого. Песик новый! А он не укусит? Нет. Нет, топать меня. Нет, не укусит. Он тебе хороший, ты новый пёсик. Поздравь телеканал ОНТ с новым сезоном. Поздравь. Поздравляю с новым сезоном. Для нас все новое, потому что мы здесь впервые. Куда вам ее наклеить? На лоб. На лоб? Давайте. Все, вот. Много всего нового. Совершенно ничего. Нет. Вообще ничего? Вообще ничего. Вам срочно нужно что-то новенькое, я чувствую. Знаете? А есть предложение? Отлично. Сколько мне так с ней ходить? Каждую минуту что-то новое. Каждую минутку? А вот в эту минуту что нового? Вот вы подошли. Цвет волос у моей. Наверное, дочки. Да. О, вы этому рады? Да, я сама это сделала. Выпустил новый трек, пишу музыку. Тун-турун, тун-тун-тун-турун. Новая работа, осень красивая, все прекрасно. Мы познакомились с Катиными родителями. Приходит в себя от шока. Девчонки, вы чего убегаете от меня? Ты беги, беги, найди меня, где те края. У нас сегодня у друга день рождения. Мы можем передать привет? Андрей, ура! Вот мама приехала в гости. Парень рад? Конечно, да. Насколько? Очень сильно. Ну вот танцуй. Телевидение. Телевидение. Белорусское. Yes, yes. А вы танцуете со мной? Давайте, я буду петь. Рождается новый день. Вот мы купили шаурму, она очень вкусная. Уровень серотонина повысился, и все так вот, все полилось. Я восьмерку получила по алгебре. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Я начала ходить на курсы польского языка. Витамы с новым роком. Витамы с новым роком, ОНТ. Что у нас нового? Да. Вышли спустя месяц, все хорошо у нас. Ну так, мы на улице уже не играли, сейчас что-то погода хорошая, решили вот выйти. Да. Езжу по всем заведениям на Зыбицкой насчет классной тусовки. Песик старый, привет! Ребенок новый. Ребенок новый? Конечно. Приветики! Ну, да, тут. Вот ты, какой вы громкий! Здравствуйте. Что у вас новенького? Больше стал путешествовать. На этом моя смена окончена. Успехов вам во всех начинаниях! До встречи на улице!